Владимир Владимирович, я прошу вас, умоляю вас, в данное время я нахожусь с 1999 года бомжом, не пьющий, не курящий, ничего. Осталась без жилья, без документов. С 91 года по 96 год я проживала со семьей в Брянской области, в сельском районе, в деревне Первомайске. Все документы удостоверены, что я там. Потом переехала в Рославском районе, в Смоленской области. Я там получила вкладыш. Куда все это делось? Я ничего не знаю, я обратилась за документами, никто ничего мне не может помогать. Владимир Владимирович, пошлите комиссию, пошлите, пожалуйста, туда. Я в данное время служу Господа Бога в Смоленской области, город Драгобуж, в женском монастыре, где благодаря Иисусу Христа я работаю за тарелку, которая мне кормит, обувает, одевает, тружусь, даю коров, кормлю там телят, а на огороде тружусь. Я уже устала, Владимир Владимирович. Поднимите, пожалуйста, этот вопрос. Протяните мне руку помощи, пожалуйста. Прошу вас. Не могу получать, больная, операция произошла, пол желудка вырезали, грыжа у меня большая, я не могу нигде обращаться за лекарства, за лечение, ни в какой больнице, у меня никакого, ни полюса, ни пенсии, ничего, благодаря добрых людей, которые щадят меня и покупают мне то лекарство, то вещи, то одно, то другое, я уже не могу, помогите, пожалуйста.